На этой неделе в программе «Место встречи Иерусалим». Президент Турции Реджеп Эрдоган объявляет Айя Софию, некогда крупнейший христианский собор, мечетью и обещает освободить мечеть Эль-Акса в Иерусалиме. Израиль переживает вторую волну коронавируса, а также социальные протесты по всей стране. Пэт Робертсон о причинах своей приверженности поддержке Израиля и еврейского народа. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске «Место встречи Иерусалим». Привет и добро пожаловать в сегодняшний выпуск программы «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что знаменитый собор Святой Софии откроется для молитв мусульман в пятницу 24 июля. Ранее он одобрил превращение объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в мечеть. Этот шаг является еще одним признаком решимости Эрдогана расширить свое влияние в мусульманском мире. Некоторые опасаются, что это создает угрозу Израилю, Ближнему Востоку и даже НАТО. Мгновение после спорного решения президента Эрдогана. Мусульманский призыв к молитве звучит из собора Святой Софии. Эрдоган принял решение, несмотря на возражения со стороны США, России, ЮНЕСКО, русской и греческой православных церквей. Собор Святой Софии был некогда резиденцией Восточной Православной Церкви. Реакция православного сообщества была проигнорирована. Для православной церкви Святая София так же важна, как и базилика Святого Петра в Риме для католиков. Храм был построен в VI веке и посвящен Христу Спасителю. Для нас он был и всегда будет храмом, посвященным Христу. Некогда крупнейший храм христианского мира, Айя София, является выдающимся символом. Впервые его превратили в мечеть более 500 лет назад, во времена Исламской Османской империи. Позднее Кемаль Ататюрк, основатель современной Турции, сделал его музеем. Решение 1934 года сделать Айя Софию музеем говорило о том, что Турция переходит от османской эры фанатизма и иерархий к светской республике равноправных граждан. Сегодняшнее решение Эрдогана возвращает господство ислама над этническими и религиозными меньшинствами Турции. Но планы Эрдогана всегда были шире, чем просто контроль над страной. Он написал пост в Фейсбуке, где говорится, что возрождение Айя Софии – это сигнал к освобождению мечети Эль-Акса здесь, в Иерусалиме. В другом посте на Facebook он также заявил, что возрождение Айя Софии – это наш привет всем городам, от Бухары до Андалусии. Андалусия – это современная Испания, а Бухара – это современный Узбекистан. Оба названия намекают на исламскую мечту о возвращении земель, некогда находившихся под властью ислама. И Турция задает тон. Это лишь один из многих шагов, которые он сделал и будет делать для возвращения Турции к мажоритарному, авторитарному и религиозному режиму. Это вызовет резонанс за пределами Турции, когда сторонники превосходства на Ближнем Востоке, другие религиозные, государственные и негосударственные субъекты захотят навязать свою волю этническим и религиозным меньшинствам. Нам следует ожидать новых насильственных превращений объектов религиозного наследия меньшинств на Ближнем Востоке и далее. Кроме того, это сигнал опасности для христиан Турции. Я думаю, это станет катастрофой для христианского населения Турции. Это выглядит как кампания, спланированная, чтобы запугать христиан Турции и заново навязать превосходство фанатичной суннитской мусульманской идеологии. В самом начале пандемии народ Израиля называли образцом борьбы с COVID-19. Однако сегодня вторая волна сеет хаос, включая стремительно растущую безработицу и уличные протесты. В Иерусалиме тысячи демонстрантов протестовали против государственных мер борьбы с пандемией COVID-19. Недавно тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве, чтобы осудить отсутствие поддержки правительством людей, оставшихся без работы.
Мы не работаем уже почти 5 месяцев, и большинство из нас не получили никакой компенсации от израильского правительства. Как можно прокормить семью, заплатить своим работникам и прочее, 5 месяцев не получая никакого дохода? В попытках спасти обескровленную экономику премьер-министр Нетаньяху пообещал помощь. Я распорядился немедленно созвать совместный форум, круглые столы с фрилансерами, предпринимателями и владельцами бизнесов, чтобы решить все насущные проблемы. Экономические проблемы огромны. Уровень безработицы в Израиле составляет более 20%. Больше всего пострадал туризм, одна из основных отраслей экономики. Это подтверждают десятки пустующих туристических автобусов, закрытые отели и магазины для туристов. Как же от лидерства в борьбе с COVID-19 Израиль пришел к сегодняшней ситуации? Некоторые считают, что израильтяне просто пренебрегали такими мерами безопасности, как ношение защитных масок, поддержание социальной дистанции и соблюдение личной гигиены. С тех пор количество случаев возросло с двухзначных цифр до более чем 1000 в день. В понедельник было подтверждено более 1600 новых случаев. Кризис привел к нехватке препарата ремдесивир и угрозе общенациональной забастовки медсестер, которые перегружены работой. Страна в шаге от полного закрытия границ, а в наиболее пострадавших районах объявлен строгий карантин. Мы уважаем эти решения, так как для нас жизнь — это жизнь, а не просто очередная цифра. И мы хотим, чтобы все оставались в безопасности дома. Правительство же принимает непоследовательные решения. Так Кнессет разрешил открыть бассейны и спортивные залы. Все вышесказанное привело к резкому падению рейтинга Нетаньяху. В апреле его действиями были недовольны 30% израильтян. Теперь же эта цифра удвоилась до 61%. Между тем, хорошая новость. Авиакомпания United объявила, что с сентября этого года вводит новый рейс Чикаго-Тель-Авив. Далее в программе. Тревожный репортаж о том, как муллы Исламской Республики расправляются с подпольной церковью в Иране. Недавно иранская полиция арестовала ряд подпольных церквей Ирана. Джордж Томас говорил с Майком Ансари из Мохаббат ТВ об этих арестах и положении верующих в Исламской Республике Иран. В разгар пандемии Иран переживает невиданное возрождение. Мохаббат ТВ благовествует Ирану по телевидению и в интернете. Сообщают, что людей, принявших спасение онлайн, в 10 раз больше, чем в прошлом году. Начиная с марта, ко Христу ежемесячно приходит до 3000 иранцев. Большое количество людей, оставивших ислам, вызывает внутри страны негатив по отношению к церкви. Подробнее о невиданном возрождении, которое происходит в Иране в разгар глобальной пандемии, расскажет Майк Ансари, директор телеканала Мохаббат ТВ. Майк, расскажи нам об этом беспрецедентном возрождении, которое происходит в Иране на фоне глобальной пандемии. С марта большинство иранцев самоизолировались в своих домах. Правительство увеличило пропускную способность интернета, чтобы удержать их дома. В итоге многие молодые иранцы используют интернет, чтобы исследовать альтернативы тому, что предлагает правительство. Мы наблюдаем 10-кратное увеличение онлайн-трафика, поступающего в наши чаты и соцсети из Ирана. В период этого пробуждения 3000 иранцев ежемесячно оставляют ислам, чтобы принять христианство. Мы называем это пандемией надежды. Очевидно, что большинство людей пережидают опасность, оставаясь дома, в привычной обстановке. Что же питает этот беспрецедентный рост, когда ежемесячно, начиная с марта, 3000 иранцев приходят к Иисусу Христу? В чем причина? Люди недовольны своим правительством. Они разочарованы в исламе. Они чувствуют, что ислам обанкротился. Они хотят смены режима. Они заявляли об этом годами. В ноябре прошлого года в Иране поднялось масштабное восстание, которое было подавлено правительством. Они убили более 1500 граждан, не понеся никакой ответственности перед международным сообществом. Жители Ирана недовольны. Экономика рушится. Правительство грабит природные ресурсы и экспортирует шиитский ислам в соседние страны. Поэтому люди просто не доверяют своему правительству. Почему же это возрождение разозлило иранский режим?
Подавляющее большинство населения Ирана считает своих лидеров коррумпированными и ненадежными. Иранцы публично заявили, что больше не хотят Исламской Республики. Правительство Ирана сделает все, чтобы продержаться как можно дольше, не исключая насилия против собственных граждан. Какие конкретно действия предпринимает правительство, чтобы остановить пробуждение? Совет Стражей Конституции предложил внести в постпарламентский законопроект поправки, которые могут способствовать дальнейшим репрессиям в отношении религиозного меньшинства. Это поправки к статьям 499 и 500 Исламского уголовного кодекса Ирана. Обвиняемые в так называемой «девиантной психологической манипуляции» или «пропаганде против ислама» в реальной или виртуальной сфере – могут быть квалифицированы как секта и приговорены к лишению свободы, бичеванию, штрафам или даже к смертной казни. То есть, согласно этому новому постановлению, 3000 иранцев, которые посетили в прошлом месяце наш веб-сайт и приняли решение оставить ислам, подлежат суровому наказанию. Это серьезное нарушение прав человека, свободы выражения мнений и убеждений. И это очевидно, что режим осознает влияние не только спутникового телевидения, которое вы транслируете, но и социальных сетей. Они видят различные платформы, Instagram, Facebook. Расскажите нам о христианах, которые были арестованы. Я знаю, что с начала пандемии было множество таких случаев. Расскажите нам об их судьбе. Вы правы. Несколько месяцев назад резко увеличилось число облав на дома и домашние церкви. За это время были арестованы и обвинены в действиях против национальной безопасности путем пропаганды сионистского христианства десятки новообращенных христиан. Так считает иранский суд. Одна из арестованных и освобожденных под залог 36-летняя Сумайя или Соня Сабир, тренер и владелица женского спортзала в западном Тегеране. Она принадлежит к женской домашней церкви Еджденан, или «Одно сердце», куда входят десятки мусульманок среднего возраста. В прошлый четверг, после 9 дней заключения, ее освободили под залог в 23 тысячи долларов. Как мы можем молиться за церковь в Иране? Церковь в Иране борется за выживание. Прежде всего, мы просим международное сообщество молиться за иранскую церковь. Во-вторых, мы просим пасторов и лидеров Америки и Канады рассказать о тяжелом положении иранских христиан в своих церквях. В-третьих, проект Heart for Iran и Muhabbat TV собирают средства для иранской подпольной церкви. Если вы хотите помочь нам, свяжитесь, пожалуйста, с нами на нашем сайте heartsforiran.com. Люди, которые принадлежат к подпольному движению церкви, как они справляются с глобальной пандемией и как используют эту возможность, чтобы поделиться надеждой Иисуса Христа с теми, кто утратил надежду? Прекрасная истина об Иисусе Христе состоит в том, что Он щедрый и любящий. И именно такими мы видим сегодня иранских христиан, которые подвергаются жестокому преследованию со стороны собственного правительства. Они подставляют другую щеку и выходят на улицы Ирана, чтобы помочь тем, кто пострадал из-за пандемии, кто переживает социальный кризис и социальные проблемы. Они проявляют щедрость, любовь и доброту, несмотря на гонения со стороны своих собственных лидеров. Далее в программе. Основатель CBN Пэт Робертсон делится историей многолетней поддержки Израиля и еврейского народа. На протяжении десятилетий основатель CBN Пэт Робертсон был другом Израиля и поддерживал еврейский народ. Он поделился своей историей со Скоттом Россом, когда они беседовали о мемуарах Пэта Робертсона «Я следовал за живым Богом». Среди множества проектов и служений, таких как Риджент Университет, Операция Благословения, Американский Центр Закона и Правосудия, Middle East Television, у вас есть интервью с Ицхаком Рабином, в то время, когда он был премьер-министром Израиля. И вы спросили его, что вы и что все мы, как американский народ, можем для него сделать. Он посмотрел на меня и ответил, «Будьте сильными». Это то, что он, Ицхак Рабин, от нас хотел. И это меня глубоко коснулось. Он сказал, «Надо быть сильными». Я взобрался на Элеонскую гору, где остановились мы с коллегами. Из отеля открывался вид на купол скалы.
Это там, в Иерусалиме. И я дал себе обещание, что я и все служения, с которыми связано мое имя, будут поддерживать Израиль, чего бы мне это ни стоило. И мы так и поступаем многие годы, и Бог нас в этом благословляет. Ведь, как сказано, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И с тех пор мы оказывали большую поддержку еврейскому народу. Я сказал, чего бы мне это ни стоило, пусть даже это будет трудно, меня все равно это не остановит. И впоследствии вы основали там Middle East Television, да? Да, это так. Но Бог вам сказал что-то, что нужно было сделать для Израиля. Это история из этой книги. Да. Я молился, и я сказал Богу, что это очень сложно, что я не хочу. Но Бог проговорил ко мне, когда Диди и я вместе молились. Он дал мне стих из Священного Писания. Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад? А сад не будут ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И тогда я понял, это то, что надо. Бог показал мне как раз то, что мы должны делать. Но я сказал, Господи, если мы этим займемся, потратим деньги, и вдруг окажется, что мы превысили бюджет, и мы банкроты, то это будет совсем глупо. Мне нужен от тебя больше, чем знак. Я тогда сказал, хорошо, Господи, мне не нравится просить у тебя что-то материальное, но я хочу тебя попросить. Я тут будто бы шерсть расстелил. Я хочу у тебя попросить что-то из золота. И я стал ждать. Диди тогда забирала почту, а про мои условия не знал никто. И тут я получаю от человека с фамилией Франк Фоли письмо, в котором говорилось, у меня есть золотые изделия по 24 карата, сделанные Пабло Пикассо. У меня они есть, и я хочу их вам продать. Я не мог тогда это купить, но вскоре он просто дал мне одно изделие, и я до сих пор его храню. Оно с подтвержденным сертификатом Пабло и Палома Пикассо. Бог не просто дал мне старую монету, он дал мне 24 карата золота. Это был как раз тот знак, о котором я его просил, и он мне его предоставил. И он подчеркнул это и предупредил, ты сделал ошибки в других частях мира, и сейчас ты едешь в Израиль. И здесь у тебя нет права на ошибку. Вау, это земля Библии. Я тогда летел в British European Airline, мы были над Средиземным морем. Это была лунная ночь, я направлялся в Тель-Авив из Лондона, и Господь мне сказал, ты летишь в Израиль. Это земля Библии. Ну, и все остальное. Вот эта книга, о которой мы говорим. Может быть, она немного больше раскроет внутренние переживания Пэта Робертсона для людей со стороны. Я прочитал ее несколько раз и потрясен этими историями. Они удивительны. Несколько месяцев назад я слышал, как одна дама заявила, что Бог не говорит с людьми. Я сказал ей, леди, мне очень жаль. Что мне сделать, чтобы убедить вас в обратном? Что Бог говорит к вам. И эта реальность окружает нас. Это книга о том, что Бог уже сделал и продолжает делать. Об этом можно снять 10-серийный сериал или фильм, или что-то в этом роде. Это потрясающе. Много всего сделано. Я знаю. Что касается книги «Я следовал за живым Богом», мы порой долго обговариваем виньетки на книжке, но Бог обладает такой созидательной силой. И я хотел бы, чтобы читатели извлекли много уроков из моей книги. Я хочу, чтобы люди поняли, что Бог реален, и Он отвечает на молитвы, и это пособие, как вы можете слушать Бога, слышать Его голос. Я уверен, что никто не сможет, прочитав эту книгу, не поверить в Бога. Далее в программе. Израильские исследователи разработали перспективный план для борьбы с коронавирусом COVID-19. Обнадеживающая новость. Может ли простое лекарство, уже существующее на рынке, на протяжении десятилетий успешно справляться с COVID-19? Группа израильских исследователей считает именно так, благодаря полученному ясному пониманию того, каким образом коронавирус репродуцируется в легких. Корреспондент CBN Джули Стал расскажет нам эту историю. Это клетки легочной ткани человека, зараженные коронавирусом. Профессор Яков Нахмиес, ведущий специалист группы исследователей Еврейского университета, который пришел к выводу, что лекарство, присутствующее на рынке с 1975 года, возможно, поможет в борьбе с пандемией. Вирусы – это паразиты. Они не могут размножаться сами по себе.
Они состоят из определенного белка с цепочкой генетического материала внутри. Для того, чтобы вирус мог размножаться, ему необходимо попасть внутрь человеческой клетки. Нахмиас показал нам через микроскоп, как выглядят клетки, пораженные COVID-19. Вы видите эти зеленые точки, эти липидные тельца в легких. И их там вообще не должно быть. Видны мембраны красного цвета. Это, так сказать, фабрика по производству вирусов. С таким явлением мы встречаемся впервые. Вы видите, что клетка не находится в здоровом состоянии. После 3 месяцев интенсивных исследований Нахмиас заметил, что вирус препятствует естественному сжиганию углеводов в легких, что приводит к накоплению жира. Мы совместно со специалистами из госпиталя Маунт-Синай пришли к выводу, что как только вирус попадает внутрь клетки, он начинает провоцировать клетки образовывать новый жир. В этом и решение. Как только мы пришли к такому заключению, то стали исследовать медикаменты, способные блокировать этот вирус, не атакуя сам вирус, а препятствуя накоплению жира. Потому что вирус нуждается в этом жире для репродукции. И такое лекарство, как фенофибрат, помогает сжиганию жировых клеток, что останавливает репродукцию вируса. Нахмиас надеется, что вскоре начнутся клинические испытания. Если все пойдет по плану, то клинические испытания подтвердят наши исследования. Пока все идет неплохо. Надеемся, к началу следующего инфекционного сезона мы выйдем с этим лекарством на потребительский рынок. Исследователи из Еврейского университета надеются снизить риск от коронавируса COVID-19 до банальной простуды. Джулия Стау, новости CBN, Иерусалим. Это было бы огромным шагом вперед для всего мира. Мы также хотим поздравить Пэта Робертсона с изданием истории его жизни и поблагодарить за стратегию CBN относительно поддержки Израиля и еврейского народа. Как говорят у нас в Израиле, «кала кавод». С большим уважением, CBN News всегда руководствовалась теми принципами, которые вы заложили много лет назад. На этом наш выпуск закончен. Спасибо, что были с нами. Напоминаю вам, что вы всегда можете найти нас через Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Я Крис Митчелл. Встретимся в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу Bible Media и Charisma Farleden, организацией We Can.